Брестский технопарк, общественное объединение «Время Земли», Брестский областной комитет природных ресурсов, информационно-просветительское учреждение «Завела Брест» и правозащитная организация «Human Константа» выступили идейными вдохновителями и организаторами ярмарки бесплатного обмена «Фримаркет». Бережное использование вещей, продление их жизни, безвозмездной передачей во вторые руки и рациональное отношение к ресурсам планеты стали основной целью для участников мероприятия. Участники этой всей акции – это все волонтеры, волонтеры наших организаций, ну и, в принципе, жители, горожане Бреста, которые приходят и которые готовы, скажем так, поделиться чем-то, что у них есть и что им необходимо, от чего необходимо, скажем так, избавиться. Вот кто-то приходит себе что-то взять и что-то отдать. Идея обмена хорошими вещами встретила отклик у жителей нашего города. Люди с удовольствием приносили то, что стало ненужным в быту и гардеробе, но еще может послужить кому-то другому. Менялись посудой, книгами, одеждой и обувью. Пришел сюда поддержать акцию, принес свои вещи, потому что посчитал, что они мне не нужны, я их не ношу, а человек может сюда прийти, и они ему могут понравиться. Может, по нужде. Всякие ситуации в жизни бывают. Поэтому я их сдал и решил поносить вещи, которые, ну, типа, мне необходимы тоже. Взял себе кофточку, вот, рад. Подобного рода акции дают возможность не только для общения с единомышленниками, но и для оказания реальной, посильной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Соорганизаторы ярмарки «Фримаркет», правозащитная организация «Human Константа», в ходе мероприятия принимала гуманитарную помощь для людей, вынужденных искать убежище в других странах. У нас в Бресте работают общественные приемные, где мы оказываем правовую гуманитарную помощь беженцам, лицам без гражданства и иммиграции. Иммигрантам. Вот, поэтому мы сегодня здесь, чтобы рассказать о нашей деятельности, рассказать, что к нам могут обращаться все. У нас общественная приемная, мы работаем бесплатно. Если нужны правовые консультации, мы всегда открыты. Акция бесплатного обмена «Фримаркет» выполнила поставленные организаторами задачи и, кроме этого, призвала инициативную молодежь Бреста, которая принимает активное участие в жизни города, вникать в проблемы общества и находить возможные способы решения.